Всем доброго дня. 5 мая у нас решила немножечко снять все, что у нас сейчас цветет. Но знаете, вот телефон не передает так, как это на самом деле видит наш глаз. Все это гораздо крупнее, все вот эти ирисы, они такие крупные. И не на каком-то таком удалении, а гораздо ближе. У нас вот здесь внизу участка есть водоем. Я уже рассказывала, что я видела здесь уточек. Вы знаете, я удивляюсь, конечно, у нас иногда идет какой-то сброс не очень чистой воды, то ли с молочного комбината, то ли откуда-то. Но, честно говоря, не хотела особо портить картинку красивую, но сегодня все-таки я увидела уточку с маленькими утятами. Вчера я видела утят только, а сейчас я видела, они проплывали. Ну, конечно, я ничего не успела снять, не буду их беспокоить, они спрятались с мамой. Вот здесь в маленьком нашем водоеме у нас живут утята. Представляете? Ирисы вот такие расцвели тоже здесь в саду. Несколько дней назад видела здесь какую-то хищную птицу. Видела фазана однажды только. Но вообще в саду у нас очень часто много птиц, которые вдруг неожиданно здесь появляются и также неожиданно улетают, когда мы приходим сюда. Весна в полном разгаре у нас. Сегодня было где-то градусов 6 всего утром тепла. Для нас это уже кажется прохладным в начале мая, потому что до 30 было жарко. Дождей у нас так и нет, почти уже второй месяц. Роза, вот смотрите, во дворе цветет, жасмин зацвел. Несколько кустов у нас на участке. Очень ароматно пахнет. Вегела цветет. Вот я сегодня тут немножко местечко освободила. Убрала там то, что ей мешало. Продолжает цвести клематисы. Погода стоит такая, знаете, замечательная просто. Это наш небольшой такой палисадничек. Здесь немного-немного сейчас тоже цветут ирисы. Роза, которая у входа в наш двор здесь. И на клумбе наши цветы. Скоро полностью расцветут ирисы, будет очень красиво. Еще раз тогда, может быть, сниму и жасмин. Только-только начинает цвести, нет дождей, поэтому он такой немножечко мелкий. На этом все, друзья. Всем хорошего дня, хорошей погоды вам, замечательного настроения. Пусть день будет у вас удачным. Всем всего доброго!